Всем привет! Всем привет, ребят! Друзья. Всем привет! В общем-то, мы уже, блядь, сейчас пытаемся снять, начать начало ролика. Мы уезжаем, начинается дождь. Приготовили камеру, думаем, что все нормально с ней сделали. Наверное, у нас ролик не получится, а если получится, то и хорошо. Ребят, пожалуйста, поставьте лайкосы, потому что мы уже тут все переругались, потеряли всякие от микрофона помпоны. Вообще, цель этого ролика заключалась в том, чтобы Лилия научилась им управлять. Но как только мы приезжаем куда-то, начинается дождик. Не беда, как бы есть дворники, вы скажете, но дворники не работают. Лилия вылазит в люк, вот в этот вот, пытается дворниками мне убрать водичку, и я еду дальше. И я такой подумал, блин, надо отложить это видео, все, да пошло это все нахрен. Лилия говорит, давай хотя бы снимем ролик пятиминутный, хоть что-нибудь, говорит, снимем. И мы решили его снимать. Поэтому это будет такой неподготовленный выпуск, в котором, в общем-то, будет Лилия сейчас управлять, а я буду дворниками. Наверное, попробуем так. Ну что, ребят, приятного просмотра. Попробуем что-нибудь из этого выжать. Погнали! Ребят, в общем-то, у нас начинается ролик. И мы сейчас, ну, я остановился и забыл заглушить. У нас полностью, получается, будет, как это говорится, учеба заново. Теперь нам нужно нажать показатель зажигания вниз, после руля сверху. Зажигание, да, его вниз. И нажать массу белую. Все, у нас нет подачи электричества, никак мы машину завести не можем. Нажимаем сейчас на белую кнопку массы и зажигание поднимаем вверх. Нейтралку ставим при помощи сцепления. Стоит. Да, теперь держим сцепление полностью. Угу. И держим газ полностью. И жмем зажигание до тех пор, пока двигатель не заведется. Куда нажимать? Зажигание там написано. Зажигание? Кнопка. Ой, зажигание. Стартер. Стартер, да. Стартер надо крутить. Держи. Все. Стартер отпустила. Чуть-чуть подгазуй. Все нормально. Посмотри, боковые зеркала, никто ли нам не мешает. Вроде никого нет. Теперь коробка наоборот. Где вторая, там первая. Где первая, там вторая. Третья внизу, четвертая наверху. Задняя, это пятая. Первая, вторая. Третья, четвертая. Все. Так, слева смотри, чтобы никого не было. Вроде никого. И тихонько трогаемся. Антанцет совсем отдупляет. У Лили есть права, в общем, когда у нее ездит. 10 лет. 10 лет стажа, поэтому расскажи свои впечатления. Я очень маленькая ростом для этой машины, для этих 7 тонн. И я не дотягиваюсь ногой до газа. Мне очень тяжело давить на газ, поэтому и когда переключаю скорость, неудобно. И руль слишком большой. Сейчас я протру. Блин, надо опять будет делать ручник. Я уже его 2 раза снес ручник.
Лили пошла протирать. Да, вот так мы протираем дворники. Один и два. Я думаю, что мы этот момент исправим. В общем-то... Дубль два. Так, нам еще... Мы хотели бы показать вам колеса. Вот ролики во втором мы это не сделали. Сейчас мы, Лили, получается, разворачиваемся сейчас и едем на то место. Машина едет. Да? Да. Так. Мы опускаем машину, и сейчас мы разворачиваемся на то место, где мы... Вот ручник Лили убрала. Сейчас, так. Подожди, покажи, где ручник, чтобы было понятно. Вот ручник он. Ручник поставили. Мы его уже... Снесли, по-моему. Да, его надо затягивать заново. Ну ладно, все равно же загоним. Так, да. Теперь как мы разворачиваем? Кстати, как нам разворачивать? Надо сказать, что после этой серии в РДМ загоняется в гараж для того, чтобы поехать в город. Будет готовиться в город ходовая часть. Как разворачиваться? Первую скорость и вкручиваем руль налево и смотрим, чтобы сзади никого не было. Вроде никого нет. Ой, будет тяжело. Дождь опять пошел. Так, прям по полю? Да. Сейчас едем, в общем-то, до места, в котором... Ты не подставляй под этот. Ага. Капает водичка. Сейчас куда едем? Едем на пригорок небольшой. Будем тестировать колеса. Что, первый не включается? Да. Есть, я включила первую и еду. Ой, она плывет, мальчики, девочки, она плывет.
вот, по-моему, она, да? Вот здесь, по-моему, же, да? Да, да, там разворачивается. Я говорю, я не достаю до педали, до газа до конца. Не могу выжать. Так, да, вот она, эта горка. Разворачиваться самое интересное. Или вправо, да, насколько можно. Только деревья там не помогают. Дальше вот там поворачивается. На первый день. Заглох. Двойка мне. Да, звони давай. Папа раньше всегда так говорил. Двойка. Зачем? Тебе. Не надо выключать, а не включи. Надо? Просто стартер опять. Окей. На нейтралке. Ну отпусти, что ты делаешь? Что надо делать? Не ори. Ну, просто держи. Не кричи на меня. И стартер. Не надо его качать. Все, ты перезаливала. Может, теперь и баться сейчас будем. Держи сцепление, держи газ и держи стартер. Что делать? Ничего, что заводиться. А что он не заводится? Не знаю я, откуда я знаю. Отключай камеру. Да, зачем отключай? Отключай! Нет. Ну отключай. Зачем отключать камеру? Ты газ точно там держишь? Держу! До конца педаль! Я же не достаю до нее до конца. Олег, ты смеешься? Значит, что-то надо сделать. Ничего не надо. Что-то надо по-другому сделать. Качай газ вот так вот сейчас просто. Кого-то я механик БРДМ. А я как будто бы механик. Да, может, все обратно выключить? Ничего, это тебе не поможет. Ну, давай, выключи, давай. Но только тебе не поможет. Обратно включаем. Да. Это зажигание. Да. Выжимаем сцепление на нейтралке. Газ держим в пол. И она не работает. Вы видели бы лицо Олега, оно такое довольно ехидное, как будто, блин, он знает, в чем прикол. Я не знаю. Я знаю. Ну, она не забудет. Давай я попробую. Давай. Ой. Ты ехидная, сейчас я тебе стекло ты сел. А что мигает справа батарейка? Ну, красный. Не знаю, что она мигает. Кончается? Нет, нет, она всегда так мигает. Так, ну что, попробуем? Дубль 2. Видели бы вы ехидное лицо Олега, когда он смотрел? Типа, ахаха, тебе так и надо, ты молодец. Будет над чем над тобой поиздеваться. Так вот, это такое лицо было. Ага, теперь я буду издеваться над тобой. Ты заглушила ВРДМ, не смогла развернуться. Вот увидите, я вам потом как-нибудь запишу маленький в Инстаграм ролик, как он это делает. Опа-на, мы что-то зарываемся. Она, кстати, полный привод-то не включен. Ага, а я должна была еще его включить, да? Да. Спасибо. Сейчас вставлено исполнено. И мы сейчас, ребята, пойдем вам покажем эту горку. Мы здесь уже были. В прошлый раз просто мы неправильно ее сняли. Сейчас она под дождем, мокрая и... Поедет на ней Олег. Да. А, кстати, нет, ты поедешь. Нет, я пойду сниму красиво, нет, а ты поедешь. Нет, я не все, смогу. Все, Лиля, мы снимаем я ролик. Боюсь. Называется «Моя жена едет». Так. Сейчас нам что надо сделать? Нам нужно сделать, опустить колеса. Да. Получается, как мы это делаем? Там надо какую-то штучку опустить. Какую? Садись давай. Блин. А я буду на улице тебе говорить. И тут колеса. Ага, как я тебя услышу, что ты мне там на улице будешь говорить? Так. Давай здесь сначала. Короче, вот у нас есть центральный клапан. Есть открывание-закрывание.
Money Club, у нас слива воды с днища, это тебе не надо вообще, это лишний подъем и отпускание водоотражательные щита и створки водомета, это тоже тебе не надо. Это же вон тот передний. И вот, подъем и опускание дополнительных колес. Когда ты будешь газовать, они будут быстрее опускаться. Если не газовать, они будут медленно опускаться. Нам нужно теперь опустить центральный клапан вниз на себя. Все, у нас гидравлика пошла. И я вот не помню, в какую, вперед или назад. Нужно сейчас смотреть. Вперед — это поднимание колес. Все, ты ничего не делаешь, они сами поднимаются. Все, они поднялись. Убрала так. Все, гидравлика не идет. Центральный клапан потом опять открываешь. Вот так вниз колеса. Они должны сейчас опускаться. Я пойду посмотрю. Видели бы вы мои глаза, да? Легко сказать, газунку понажимай, я бы не достала еще. Видите? И это называется Олег злой. Хотя нет, это еще не злой. Это психованный Олег. Потом я покажу, как это будет выглядеть со стороны. Это называется психованный Олег, знакомьтесь. Не надо так ставить! Вот так ставить! Смотри, центр — это ничего не происходит, никаких действий. Сюда это поднимает, сюда это опускает. То есть ты опустил это полностью, да, и делаешь центр, чтобы он ничего не делал. И клапан тоже на центр, чтобы он ничего не делал. Теперь, давай камеру. Давай камеру. Вот это лицо. Видите это лицо? Чего? Что сделала? Так. Понижайка и... Иди протри. Сейчас протру, нам еще до этого долго. Понижайка и 4 ВД. Макарек. Правый, выжимай сцепление. Выжила? Правый вот этот ручник. Нет, этот, да. По-моему, в ту сторону, от себя. Чуть-чуть газа дай. Первую скорость поставь. Чего, ты ничего не сделал? Скорость поставь. Держи теперь. Чуть-чуть подгазовывай, чтобы она... Чуть-чуть ты поедешь, и она включится. Она не хочет. Да потому что ты не едешь. Как я тебе поеду? Я не достаю до педалей. Ты первая скорость стоит. Я знаю, стоит. Так. Я не достаю, мне надо за что-то держаться. Вот, отпускай. Теперь попробуй тронуться. Сейчас. Ты поставила полный привод, без полный привод, ага. Все, у тебя полный привод с этими, с четырьмя дополнительными, да, колесами. Да. Сейчас я тебе протру, дальше знаешь, что делать. Ехать по правую сторону. Чего давай? Ты протрешь, пойдешь. Окно протрешь. Давай я подержу. У нас такой странный будет обзор. Странный обзор от Олега. Это... Дождливый. Там на первый спокойно едешь, и все. Больше не переключай скорость. Ну, второй. Максим, не, я на первый поеду. Второй. Я поеду на первый. Нет, первый долго будет. Ну и ладно. Может, на первый попробуем, разберешься.
Ё-моё, он ушел, а я одна, одна. Страшно, очень страшно. Олег, мне страшно. Страшно-то. Как все по-дурацки. Но она не заводится! Отпустила? Ну, хорош нервничать, а! Она не заводится! Пожалуйста, заведись. Я нажми в пол. Да нажала! Человек, когда в гору едет, вообще отпускает все. Я ничего не отпускала, она сама так сделала. Ну как сама? Ну дай ты скорости, ну ты 7 тонн ведь поднимаешь. Ну блин, ну Олег. Ну чего Олег-то? Я же, блин, не каждый день 7 на 7 тонн на этой штуке езжу. Я же тебе сказал, когда поедешь, говорю, газ нажми, а ты наоборот его вообще отпустила. Я ничего не отпускала, я наоборот нажимала этот газ. А что ты не поехала? Ну не знаю я, что она не поехала. В ручнике, потому что... Нет, я только что его поставила. А нафиг ты его вообще ставишь? Ну потому что боюсь вдруг укатиться. Куда ты укатишься на 7 тонн? Хватит на меня кричать. Момент. Есть. Ну в чем проблема? Не знаю. Все, на пузе. Че, серьезно? Ага, а еще я должна была. А еще меня виноват! Еще на меня кричит, а!
Ё-моё! Вот ты, Олег, а! А что делать? Ну, за трактором идти. Или Серёге звонить. Сейчас. А я тоже в конце отпустил, побоялся. Вот ты тут, вот, вот она мужская, это логика, логика мужика. Что реально делать? Почему центральные колеса не двигаются? Вер, ты не на бузе, ты на колесах стоял. Теперь попробуй уехать. Олег, попробуй уехать. Блин, а здесь еще страшно. Не знаю, когда хочешь. Давай назад. Нет. Капец, страшно. Страшно, выключай! Что-то он там включает. Что-то он... Что-то мне говорит. Не крутится ничего? А? Ты не на пузе? Ну ты, я бы не сказал, что полностью на пузе. Там есть просвет вот столько. Нет? А почему? Убери все эти повышайки, понижайки. Полный убери. Странно. Она не сидит на пузе, она же на колесах стоит. Все? Ой, страшно. Она сейчас вроде как поедет. Давай, езжай. На таком дерьме мы застряли. Там вон такая горочка. Ну, в принципе, не маленькая горочка так-то. Он пошел елки ломать. Давай в обратку, Олег! Он опять меня заставляет это делать. Я не хочу катиться по эту горку. А он говорит, езжай, 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 сказал тебе. Полный привод. А я не хочу. Включен, там не был включен полный привод. Там сейчас тебя, наверное, не слышно. Короче, с Богом. Сейчас он опять будет орать, если я заглохну. А ведь я заглохну. Ты опять орать сейчас будешь. Ты будешь кричать! Нет, я тебя люблю! Ты меня не любишь, ты кричишь на меня! Ты кричишь, ты не любишь! Я боюсь! Ладно. Я женщина сильная? Может, не надо? Ну, страшно! Я не хочу! Пожалуйста, я не хочу, не заставляй! Ну, пожалуйста! Ехать, да? Поехали! Я это должна опять застряла, и он опять сейчас будет кричать. Вот увидите. Чё?
Муж-то у тебя косяк? Муж косяк? А что косячит? Этот. Я не могу помочь. Вот на этом ручнике что написано? Вот на этом, да? Вот на этом? Да. Лебедка? Нет. Вот это сзади, слева. Вот этот? Да, подцепление и на себя. Я не могу. Ну-ка, а вот себя. Ну, хоть какие-то переключения ты чувствуешь? Ну, нет? Два раза щелчка было. Давай на себя полностью сцепление. Все, ну-ка сейчас это. Попробуй. Че? А, дай чуть-чуть. Дала, ну назад поставила, не идет. Все? На себя? А, поднять колеса! Как все страшно, как все сложно. Чего? Первую, говорит, и вперед. Есть! Мы это сделали, ура! Я проехала, только теперь надо не врезаться. Я это сделала, я снесла березу. И теперь я выйду на ровную поляну и уеду от него. Я от него уезжаю. Я его бросаю там. Все. Я его оставлю там. Пусть он там стоит, бежит за мной. Все. Вот так. Пошли снимать Олега. Ой. Говори, без колес. Это просто жесть. Оказывается, камера не снимала. И сейчас надо сдать опять назад. Разворачиваю махину и попробую проехать без колес серединных, потому что они не работают. Олег сказал, по ходу дела не работает у них цепь или что-то еще там не работает. Ну, в общем, короче, мы поедем без, просто на четырех колесах. Будем стараться. Я стараюсь. Ой, короче, по ходу дела вечером
мне мой Махав. Фух. Ребят, реально тяжело. Я не знаю, как Олег здесь ездит. Все, я последний раз туда поднимаюсь. Все, еду туда последний раз. Первое. И поехали. Это капец. Я устала. Как? Не знаю кто и не знаю что. Пока здесь нет. Эмоции давай свои. Ой, короче. А потом я расскажу. Да. Давай сначала я расскажу. Нет, давай сначала. Можешь меня снять. Ну, давай. Давай я. Мне. Я раз так села, хорошо, давай, удобно. Давай. В общем, девчонки, не садитесь за руль этой махины. Вообще никогда. Иначе накачаетесь таким углом, будете как реально пловчихи. У меня руки болят. От того, что крутить, у меня ноги тоже вот, ну, эти вот переключения. Я еще не достаю, и мне приходится ехать вот так, полулежа, потому что... Нет, надо сиденье можно было и убрать. Я не знаю, как она укорачивается, не укорачивается, но я не могу туда достать до конца педалями. И когда на обычной машине ездишь, ну, с коробкой передач, ты плавно переключаешь вот эти педальки, да. А здесь получается, у меня нога с него соскальзывает с педальки, ага. И я боюсь, что если я сейчас отпущу резко сцепление, она заглохнет. А-а-а. И получается, что мне приходится ложиться и так вот до конца ногами туда упираться. Это очень тяжело, но вообще классно. Да, но лучше я буду кататься рядом с Олегом. Теперь меня давайте. Давай. В общем-то, ребят, на самом деле есть тут косяки. Почему, когда мы центральные колеса опустили, они не крутились? Вроде привод стоит, возможно, цепь слетела или еще что-то надо смотреть. Но вообще машина ведет себя без... Поверни то, что... Без этих, как его, без центральных колес. Намного лучше, вы сами видели, не нужно вот этой возни, центральные колеса, это все понты. Мне кажется, центральные колеса только лишь для того, чтобы проехать какой-нибудь брод или окопы. А вот эти вот всякие штуки, она спокойно и без них проезжает. Мы, получается, на пузо садились только на эти колеса. Возможно, я еще раз говорю, может быть, цепь не работает в этих колесах, хотя они работали. Мы сейчас домой доедем, все это дело проверим. Еще косяк с моей стороны. Забыл говорить про ручники. Два раза на ручнике проехали, сели один раз. И, по сути, в принципе... Ты мне не включил полный привод. Полный привод вообще неправильно мы включили. Когда мы застряли на пузе, она не ехала. Полный привод не включился почему-то. То есть там нужно газом играть и вот так вот ее... Ну, первую передачу газ дать и поехать. Тогда, ну, чуть-чуть проехать надо, там совсем вообще прям чуть-чуть, и он включается. Вот я сам сидел-то туда-сюда, газулю давал, и эти ручники полного привода ставил, включал, и она в итоге втыкалась. Не знаю почему, я не спец в технике, но потихонечку учусь. Еще и Лилю тут учим, ты следовал. В принципе, все, сейчас Лиля поедет до дома, и мы будем с вами прощаться. Ну что, ребят, всем удачи, как говорится. Спасибо, что посмотрели, поддержите. Это, в общем-то, у нас такой странный влог получился. Так сказать, спонтанный. Мы к нему вообще не готовились, сняли как могли. Да, не да. Знаю, мне лично понравилось. Больше эмоций было, чем до этого снимали. А самое что интересное, мы когда сюда ехали снимать этот ролик, мы уезжали дальше в лес, тут, за лес, вернее, в сосед, чуть почти в соседнюю деревню. И он
Я столько услышала ласковых слов в свой адрес, в адрес погоды, в адрес всего живого. Что? И мы помпушку потеряли. В итоге она была у него под попой, на сиденье лежала. Я, говорит, посмотрел, здесь ее нет. Он проклинал погоду. Дождь. Почему, говорит, как только мы выходим, начинается дождь? Так еще прикол, мы все это примерно выдумываем, как нам надо это все снимать, а в итоге мы встаем на позицию, и у нас все полностью меняется. Мы все это делаем вообще, импровизируем просто. Мы вообще не так должны снимать. Сегодня у нас полностью экспромт. Вообще еще и в дождик, без работающих этих, как его, дворников. Вообще жесть. Я снесла два раза березу. Вы не видели, но я снесла. Ладно, ребят, поставьте лайкос, если хотите видеть еще ролики с Лили. Не знаю, еще что-нибудь придумаем. Может быть, сделаем стримерскую здесь какую-нибудь комнату. И дальше сейчас делаем техосмотр машине глобальный и отправляемся в город, скорее всего, стримить. Давайте. Все, ребят, всем удачи и всем пока-пока. Ребят, по скрипту мы хоть уже и закончили ролик, но теперь мы поняли, в чем проблема была центральных колес. Я говорил, что типа цепь не работает. У Лили не хватило сил включить этот привод. Смотрите, как он работает. Вы даже услышите звук цепи. Центральные колеса работают независимо от передних и задних. Поэтому, когда Лили садилась на пузо, они вообще не крутили и не работали. Первый раз. Я вообще забыл сказать ей, что вот этот рычаг отвечает за центральный привод. А второй раз она вроде как включила, но она его не включила. Вот так он включается. Вы даже сейчас услышите звук цепи. Давай. Нет. Нет? Она еще с первой скоростью включается. Первую чуть-чуть проехал, и она ее раздобивает. Вот. Слышите? Ну, я могу не держать, я просто чувствую ее. Этот все работает, привод работает, просто нужно силы его включать. А если ты силы не можешь его включать, видите, он не включается. Нужно поставить первую коробку, чуть-чуть проехать, и все, он включился. Вот. Это я тоже не знал. Ага, а еще на меня кричал. Ну-ка, извиняйся. Анна, извините меня, пожалуйста, любимая моя жена. И ставьте потом, лайки. Тебя все будут ругать, да? Ты кричал на меня. Подписчики, извините меня, я еще пока зеленый. Будем прокачиваться вместе с вами. Всем пока-пока. Пока-пока. Двойка тебе, Васильев.